Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в видео мы с вами пройдемся по полочкам Novus. Давно не была в этом магазине, вот что выгодно. Макарошки 21,99, это итальянские макароны, очень выгодные. А также есть вот такие интересные Мелисса детские с пепой, макароны с твердых сортов пшеницы. Они, конечно, не по акции, они не бюджетные, но все же интересно привлекли мое внимание. 33 гривны стоят. Печенье Мария по 12 и 13 гривен за пачку. Также мультикейк от Рошен по 12,70. Печенье Делиция 19,99 за упаковку. А также ноусовское печенье 32 гривны с шоколадом. Вот такое Амаретти и Кантучини по 62,99. Это итальянское, да, если я не ошибаюсь, печенье. И от Novus с орешками 38,99. Чай Гринфилд по 29 гривен. Конечно, ВТБ сейчас дешевле, но все же ВТБ уже заканчивается акция. Орео упаковочка 15,99. Дальше кофе Амбассадор. У нас большая упаковка 103 гривны, это 500 грамм, да, там, вернее, нету, 450 грамм. И маленькая 59 гривен. Также мне очень понравились чаечки от Novus. Вот этот альпийский чаек. Мне понравилось, что они идут в пирамидках, и там действительно нет ароматизаторов, а просто такой сбор трав и цветов. Очень интересный. И цена, в принципе, приемлемая. За такие пакетики считайте 40 гривен. Есть также липовый цвет и ягодный. Свинина в Новусе от 134 за биток и до 200 гривен за вот такие стейки с ребрышком. Дальше яйца куриные Novus 37 гривен за десяток. Ясен Свит также есть. Упаковочка стоит 57 гривен за 15 штук. ВТБ, конечно, дешевле немного. Дальше есть интересный хумус по 46 гривен. Также икра форели норвежская, вот такая, 299 гривен за баночку 110 грамм. Кефир яготинский 24 гривны по акции, большой, да, литровый, и маленький 16 гривен. Кефирчик Малакия 2,5%, тоже по скидке 27,99. Молоко Славяночка бутылка 26,99. Волошковый Поле в бутылочке такой упаковки картонная, да, 25,99 сейчас по скидке, 2,5%. Маленькие йогуртики Лактония по 10,99. Агуша детские сырки по 12,99. И питьевые тоже от 12, от 11 даже до 14 гривен. Творог Злагода 5% рассыпчатый по акции 45,99. Сыр фета, вот такая упаковочка, 69,99, 200 грамм. Потом очень интересный вот такой сырок камамбер, 107 гривен, я так понимаю, он похож как в Макдональдсе, в такой панировке. Дальше моцарелла 31,99, итальянская. Сырочек Звенигора 14,99, плавленый за штучку, видите, почти все разобрали. Лактима плавленый Гауда 29,99, то, что по скидке я вам, да, называю. И желтые ценники на Звенигора разные. Кусочках нарезные 60-70 гривен. Яйца поштучно, категория S1, 2,89. Сосиски докторские от Бащинского за упаковочку 32 гривны. Выгодная покупка в Новусе. Видите, тунец Novus 39, в общем, 40 гривен. И в масле 51 гривна за тунец. Делиция пряники 60 гривен за вот такую небольшую коробочку. А также Делиция другие печеньки 50 и 30 гривен. Мне очень понравилось. Фрекенбок, вообще обожаю эту марку и моем посуду часто. Вот новый обновленный вариант средства для мытья посуд для детей. Он действительно экологичный, им можно мыть не только посуду, игрушки, фрукты, овощи, также и все детские, все принадлежности. Салфеточки от Novus, вот такие тоже очень красивые, красного цвета с бантами под елку, 20,99 на новогодний стол. А также есть однотонные, желтый декор, да, зеленый, белый, по 20 гривен за упаковку. Персил, жидкие гели для стирки по 179 гривен. Но мое внимание привлекло вот такое средство Баланс, потому что оно идет более экологичное. Я так понимаю, что оно бесфосфатное, то есть более такое для аллергиков, как я, подходит. И, конечно, цена у нее немножко дороже, 179 гривен.
Зубные пасты. Очень интересный выбор в Новусе. Мне привлекли пасты вот такие Эко-Дента. Они есть и для детей, и для взрослых. Вот эта паста, допустим, от 6 лет. Есть также от Эко-Дента от 3 лет. От 70 до 90 гривен такие пасты. А также скидка на Эко-Дента для взрослых по 96 и 74 гривны. Там есть пасты с кокосом. Краски палет по 46 гривен. Дальше, что у нас по скидке, это Head & Shoulders по 79,90 гривен. И вот такая маленькая симпатичная елочка 29,99 в елочных игрушках в Новусе. Итак, друзья мои, вот такой пакетик у меня с Новуса. Сейчас я вам покажу, что же я купила. Так, извиняюсь за звук. Взяла вот такую чиабатту бездрожжевую. Сами они пекут, она стоит, получается, даже чуть дешевле, 17,99. У нас в Форе она стоит 19,99. Дальше взяла чаечки. Вот этот ромашка мне очень нравится, я его заварю детям. Детский чай, карпатский чай. Так как в Сельпо его не было, у нас негде его и купить, когда он нужен. В Форе у нас нету его, именно ромашки. Только мятный остался, поэтому я взяла. Очень бюджетно стоит, он стоит всего 13,99. Хорошая цена и, как вариант, без кофеинового травяного чайка, да? Дальше, друзья мои, что я еще взяла? Вот такой решила попробовать чай от Novus, альпийские травы. Из-за того, что здесь нет ароматизатора, мне понравился состав. Пирамидки. Трава лимонника, трава, цветы, вернее, ромашки. Шкирка шипшины, то есть это шкурка шиповник. Яблоко сушеное, кусочки 15, цедра апельсина. Листья мяты, эхиноцея 3%, полюстки, то есть это лепестки цветов апельсина и лепестки каких-то цветов, волошки та софлору, вернее. Смотрите, нет ничего, никаких ароматизаторов, это очень радует. Вот такой вот альпийский луговой чай, 15 пирамидок, класс. Вообще, я даже не подумала, честно говоря, когда его увидела, думаю, 100% с ароматизаторами, а нет. Поэтому, если понравится, можно будет попробовать и другие варианты. Стоит он 39,99. Такой вариант. Дальше взяла кофе. Вот такой вот. Не знаю, честно, впервые взяла такой бренд. Белла Крема. Эспрессо 100%. Арабика молотый 250 грамм. Кто его делает? Сейчас мы посмотрим. Арабика, по-моему... Германия, Мелита, Европа, Германия. Вот такой вот кофеек. На сегодня вот так вот все будет выложено. Дальше. Взяла вот такую вот зубную пасту. Для Матвея попробовать. Мне очень заинтересовала вот эта марка Эко-Дента. Там есть и взрослые пасты, и детские. Здесь какой-то Color Surprise. Значит, 6 лет. Она со втором, но здесь его немножко. Так как Матвею все-таки иногда беру со втором. Потому что он же не глотает. Он после 6 лет. Попробую именно эту. Сейчас ее открою. Там какой-то сюрприз написано. Непонятно. То ли ребенок давит и написано разный цвет пасты. Может быть такое. Как-то так. Может там она идет сначала одного цвета, потом другого. Наверное так, потому что по-другому я объяснения не знаю. Колеровый сюрприз называется. А для детей она может быть желтой, зеленой, может быть синий. Вот так. Защита эмали. Мистоть фторид после 6 лет. Вот, ну, мне понравилась такая паста. Посмотрим, она не дешевая. Сейчас я вам скажу, 89,49. Посмотрим дальше. Далее взяла вот такие макарончики итальянские. Понравились мне вот такие вот маленькие рожки, да? Они по очень хорошей цене. Я их снимала, вам показывала. Сейчас вам скажу, сколько они стоят. По-моему, 17. Нет, это чиабатта 17. Так. Макароны 21,99. Тоже классная цена. И вот что я взяла. Это в машину. Я же уже почти водитель, скажем так, да. Щетка для снега со скребком. Как раз мне надо было, потому что у меня нету. Уже снегом падает машина. В снегу, как сказать, обледенело. Лед, снег. В общем, классная такая вещь. 80... Нет, не 89, это паста. 94 гривны стоит. Вот такая вот.
Вот такой вот у меня поход в Ноус был. В принципе, выгодно. Мне понравилось. 378 гривен заплатила. Но тут кофе 100, щетка 100 и паста, считайте, практически 100. Так еще взяла макароны, чаечки и чиабатту. В принципе, интересные такие товары. Взяла то, что нельзя взять у нас. И в Ноусе я бываю очень редко. Поэтому расскажу вам потом отзыв про чай. Или вы мне напишите, кто пробовал вот эти ноусовские чаечки. В принципе, от Ноуса осталось у меня очень хорошее впечатление. Все, друзья, кому было полезно данное видео, мой обзор полочек и обзор покупки, не забудьте, конечно же, поставить свой лайк. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я вас там жду. Два инстаграма. По Эхербу, по выкупам. Кому нужно, по Украине я выкупаю регулярно корзины. Подписывайтесь на шоп Катринка и мой аккаунт. Это Катрини Кэрс. Да, он везде, в каждом видео. Вот здесь внизу нажмите в описании. Ссылочка есть, поэтому заходите, буду вас там ждать. Всем пока-пока.